Всем сегодня хочу показать, как я ухаживаю за своим телом, за собой. В общем, сегодня у меня необычный этот маникюр. Ой, что-то тут у меня, потому что мой любимый лак Ив Роше. Он у меня недавно, летом я заказала. Уже заканчивается, а то, что осталось, застыло. И красить невозможно. Вот. Разбавить у меня нечем. Вот. И оказалось, что у меня я летом была, купила вот такой темный. Я им ни разу не красила. Купила и забыла. Начала искать и вот нашла. Еще у меня из лаков есть базовая основа. Вот. Это лечебный у меня умная эмаль называется, для ухода за ногтями. Лечебная, в общем. А как я стараюсь ухаживать за руками, хотя вот у меня очень сухая кожа, очень сухая. У меня в каждой комнате стоит тюбик с кремом для рук. После каждого мытья там где-то в воде чуть-чуть полепалась, польболталась, и все, уже крем накладываю. Может, из-за того, что у меня все тело сухое, и лицо, и волосы. Я очень мало пью воды. А если честно, то вообще ее не пью. Летом еще пью, а зимой, ну, мне не хочется ее пить. Вот кофе, чай. Ну, я не могу себя заставить пить воду. Может, поэтому у меня сухость такая по всему телу. В общем, вот у меня крем для рук. Еще у меня вот для суперсухой кожи крем для тела и для рук. На ночь я смазываю кремом таким. Еще вот масло грецкого ореха я использую в косметике. И косметические вот здесь у меня есть персиковых косточек, масло натуральное косметическое. Ну, в общем, всяких. Это я взяла вот те, которые были первые, там стояли уже. Некоторые уже закончились, надо закупить. В общем, добавляю и кремы для лица, и в кремы вот сюда крем для рук у меня это. Я сюда налила масло грецкого ореха, вот взболтала и пользуюсь. И все равно у меня кожа вот дряблая, сухая. Вот. На ночь я вообще маслом смазываю и одеваю. Не зря я положила эту варежку старенькую. Одеваю варежку вот так. И вот так я сплю в варежке. И все равно утром встаю, как будто бы гладкая кожа. Вот. А со временем... Вот. Ну, не знаю. Хоть бери, туда что-то напускай. Хотя и ухаживаю как бы. За лицом тоже вот крема я использую, меняю время от времени. Вот сейчас купила Биокон. Это украинские, российские и французские косметологи его разрабатывали. Здесь это, с вытяжкой пиявки у меня такой... Дневной крем и ночной крем. В ночной крем я тоже добавила масло грецкого ореха и размешала. Вот, чтобы был более жирным натуральный крем. То есть натуральная
масло. Вот, чистое ореховое масло с тонким вкусом для изысканных салатных идей. А у меня идет в косметику. Вот, а что это? Изготовлено Агросельпром Украина совместно с Синекс LLC США. Вот. Хорошее масло. У меня муж еще вовнутрь принимает по столовую ложку утром. Всякие вот сейчас, на данном этапе грецкого ореха, потом он льняное. И вот я эти масла использую в косметике тоже. Значит, вот руки. Сама делаю маникюр. У меня... Никогда я не делала в маникюрном кабинете. Щипцы у меня, пилочка. В общем, сама вычищаю. Делаю сама маникюр. Вот. Вот это мой уход за руками. За телом тоже эти вот масла, это крема. Сюда я добавила, сюда я не могу. Хотя оно для вот, рослинный догляд за телом, відновлюючи молочко для дуже сухой шкіри. Это Ивроше. Я пользуюсь. И это тоже по уходу за живильное молочко для тела. Вот. Мед и мюсли, био и Ивроше. Но я сюда еще тоже налила крем, уже заканчивается, надо заказывать. То есть крема. Налила масло грецкого ореха. И вот после душа у меня вот это и это. Я использую для всего тела. Вот. Моюсь я в основном мылом я 1-2 раза в неделю, а так я моюсь гелями. Вот у меня любимый мой гель с запахом кофе. Вот. Значит, за тело, кажись, тоже все. Ноги. За ногами тоже особенный. Мне за ногами надо самый особенный уход, наверное. Потому что если у меня все тело сухое, понятно, что ноги, вот, пятки у меня сухие. Вот, и приходится чистить независимо от сезона. Пусть это зима, пусть это лето. Зимой не видно как будто бы, но это для меня ничего не значит, потому что у меня запустятся ноги. Поэтому каждую неделю я делаю уход за ногами. Значит, так получается, что как раз я по пятницам делаю генеральную, как бы каждый день ходишь же в ванную, а по пятницам у меня вот это генеральная уборка тела, вот, и в этот день я занимаюсь маникюром. Вот в данном случае сегодня. На ночь я сделала компресс из масла того же грецкого ореха. Нет, не грецкого. Я использовала другое масло, соевое. Оно очень жирное. На салаты нам не подходит. Теперь я его вот для ног. И с водой разбавила. Носки окунула. Одела на ноги. Сверху я полиэтиленовые пакеты. И потом еще одни носки. Распарились за ночь ноги. И утром я почистила. Чищу я всю жизнь с молодости вот такими станочками. Мне муж отдает эти лезвия. Этим лезвием, там же не надо особенно что-то. Вот, поэтому этим лезвием я уже не помню, когда я меняла. Оно уже как бы тупое-тупое. Но ноги, особенно пятки, чистит великолепно. И лучше я вот не могу средства для этого придумать. Снимается очень хорошо на распаренных ногах. Затем у меня такая пенза имеется и щеточка почистить. И еще вот более мелкая у меня такая, как типа наждачка, окончательные после всего этого я еще этим разглаживаю, в общем, чтобы гладенькие были подошвы, пятки. И пользуюсь кремом. Это наш крем, Дарница, наш фабрика делает или завод, Карбодерм. Но крем любой использовать очень хорошо, в котором присутствует мочевина.
это не будет, хотя у меня никогда не трескались эти пятки, как у других, может, потому что я не допускаю, чтобы они были роговелыми такими, поэтому у меня не трескались, никогда не было. Вот. Но все равно я вот покупаю этот крем не каждый день, но иногда я на ночь использую его. Вот. Вот такой крем для ног. А также вот я крема, которые для тела, я и ноги им смазываю. Так, волосы. Волосы мою шампунями я в последнее время и в Роше. Вот у меня только начала бутылочку. Еще у меня такое масло есть. Вот, по уходу за волосами. Вот, олея для відновлення волосся. Вот. Значит, что здесь? Олея бабасу, олея макадами. Які чинять живильну дію на шкіру голови. Вот, ну, в общем, вот этим маслом, ну, действительно, масло жирное такое. Вот, это для волос у меня. Еще я после мытья обязательно у меня пенка для мусс я использую. И укладка у меня после каждого мытья. Иначе у меня будут в разброс волосы и... Сегодня я покрасила, я крашу их всегда, вот, не допускаю, чтобы седые волосы у меня там заводились, вот, поэтому я крашу постоянно волосы и укладка после каждого мытья с пенкой, иначе волосы в разброс, а пенка, вот она, мне хватает до следующего мытья, сплю я, раскардашена на голове нету. Значит, еще по поводу постоянно я пользуюсь декоративной косметикой, поэтому у меня вот есть средство для смыва декоративного, вот, для снятия макияжа за чай. Вот оно там масло и жидкость, его взбалтывать надо, и получаешь однородное, и смываешь. Вот закончилось у меня для смывания косметики такое было. Отключилась камера. Вот такое Хималая было средство у меня. Теперь по поводу декоративной косметики. Так, где тут моя? Значит, это у меня тональная основа. Летом я ею не пользуюсь. Потому что когда жарко. Это у меня тональная основа под глаза. Круги под глазами скрывать. Это карандаш у меня для бровей. Этот карандаш уже надо подточить. Вот сейчас я, наверное, нарисую глаз. Если у меня получится. Вот так, как будто бы глаз. Значит, здесь этим карандашом я вот здесь, возле ресниц. Потом в уголок глаза, и вот здесь, так вот, где складка там, вот это вот здесь, вот так делаю. Вот. Так, не обязательно там, чтобы ровненько, одинаково, чтобы было на глаза. Затем у меня вот тени. Я темными тенями растушевываю вот это все. Вот так, вот так. Оно очень хорошо здесь не растушевывается на этом. И вот сюда вот так растушевываю. О, этими более светлыми тенями я внутреннюю часть века вот так покрываю. Ну, сюда немножечко это самое, это я подрисовывала просто. А вообще-то внутренняя часть, вот здесь у меня светлая.
А это у меня карандаш. Я подвожу нижнее веко. Вот здесь. Вот так. Вот сюда. Я подвожу. И иногда вот этим вот так растушевываю. Нижнее веко я обязательно подвожу, иначе у меня как бы на выкате выпуклые глаза, и вот я их таким методом сажу вглубь. Вот, вот выпуклость эту скрываю вот карандашом, который... оно не яркое, я не делаю яркий макияж, вот такой сильно. И вот это все растушевано у меня. Вот. И затем тушь. Вот такой, кажись, все я рассказала. Вот такой у меня еще маникюрный наборчик есть. Вот. Где-то старый тоже лежит в коробочке. Это новый недавно. Вот такой мой уход за собой. Пока-пока.